Здравствуйте, Любовь Тасеевна. Здравствуйте. Коллектив Первого областного канала поздравляет вас с Днем Учителя. Здоровья, долгих лет жизни, успехов в вашем благородном труде. С 1951 года начался творческий путь Любови Федосеевны Балашовой. Рано оставшись без родителей, ей пришлось самой выбирать жизненный путь. И она не жалеет, что связала его со школой, говорит, сегодня уже ветеран педагогического труда. Из 5 вожатых в Советском Союзе, которые были впервые награждены этими орденами, 2 ордена на Орловской земле у меня и у Левинской вожатой. Мария Коробкова о своей первой учительнице вспоминает не только по праздникам. Встречаться удается по разным поводам. Как наши юнормейцы? А юнормейцы наши поедут отдыхать в Орленок. За участие в Зорнице они заняли первое место. Да. Любовь Федосеевна несколько десятилетий проработала в 31-й школе. Заведовала школьным музеем. Оттуда и ушла на пенсию. Но до сих пор продолжает заниматься патриотическим воспитанием молодежи. Для нее это больше, чем профессия. Учительницу я знаю, сколько себя знаю, столько ее, с первого класса. Уважаю безмерно за ее вклад, за ее задор, за юношеский задор. 85 лет человек, который до сих пор еще трудится. Благодаря стараниям Любови Федосеевны был поставлен памятник в Дмитровском районе, памятник воинской славы. Виктория Юркова, Олег Фомин, телеканал Первый областной.